Organic Mix на связи. Меня зовут Сергей. И сегодня я подробно расскажу вам про гранулированные удобрения для кислых почв. Начнем с того, что это комплексное удобрение, а значит, состоит из множества компонентов и содержит все необходимые элементы для питания растения. Содержание азота – 5%, фосфора – 5%, калия – 7%. А также в состав входят кальций, магний, сера, железо, цинк, бор и молибден. Оно разработано специально для питания растения на кислых почвах. То есть в состав включены все необходимые макро- и микроэлементы, нужные растению. Но кроме того, включены раскисляющие компоненты, благодаря чему питание становится доступным для растения на кислых почвах. Для овощей, цветов, ягодных кустарников, плодовых деревьев, да для всех, но только на кислых почвах. Делает элементы питания доступными для растения и в результате стимулирует рост и развитие растения. Нужную дозировку смотрим на обратной стороне упаковки. Первый вариант применения – при посадке растения. Выкапываем лунку нужного размера. В выкопанную землю насыпаем гранулы и перемешиваем. Сажаем куст, закапываем и поливаем. Второй вариант применения для уже растущих растений. Берем нужное количество гранул, рассыпаем по приствольному кругу, прикапываем на глубину 5 сантиметров и поливаем. Третий вариант применения – питательный коктейль. Нам понадобится ведро воды, 100 грамм удобрения или 5 мерных ложек. Насыпаем в 10 литров воды. Перемешиваем. И закрываем на 24 часа. Через 24 часа открываем. Еще раз тщательно перемешиваем. Все, коктейль готов. Поливаем под корень из расчета 3 литра на 1 квадратный метр. Четвертый вариант – при осенней подготовке почвы. Рассыпаем в дозировке 100 грамм на квадратный метр. Перекапываем. И поливаем. В чем отличие удобрения для кислых почв от удобрения для гортензий и голубики? Действие этих удобрений точно противоположное. То есть, если удобрения для гортензий и голубики подкисляют, то удобрения для кислых почв раскисляют. А на этом все. Используйте удобрения для кислых почв от компании Organic Mix. Балуйте ваши растения.